Участник специальной военной операции Александр Редников погиб при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме, помогая выбираться из горящего здания тем, кто был внутри. Об этом сегодня рассказали телеканалу ТВК в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области. Александр Васильевич Редников, 1984 года рождения, позывной 13-й, службу проходил в подразделении 67-й отдельной Бердской бригады специального назначения, разведчик-снайпер. Именно в составе Бердской бригады он героически прошел чеченскую кампанию. С начала специальной военной операции Редников пошел добровольцем в Костромской парашютно-десантный полк. Дважды ездил в командировку на территории Украины, где получил ранение в ногу и бедро. Военнослужащий лечился в Костроме после тяжелого ранения. Пожар в клубе произошел в ночь на субботу 5 ноября. Огонь распространился на площади 3,5 тысяч квадратных метров, после чего на той же площади в здании обвалилась кровля. Редников в ночь пожара проезжал мимо. Увидев огонь, забежал в здание спасать людей. Несмотря на тяжелое ранение, начал эвакуировать людей из помещения. В ходе очередной попытки надышался газов и не смог выйти из горящего здания, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области. На месте пожара в клубе «Полигон» нашли тела 13 погибших. Прощание с Александром Редниковым состоится в Бердске 11 ноября в 12 часов по адресу Боровая, 111. Гвардии старшего сержанта Редникова за мужество и героизм, проявленные при спасении людей из горящего здания, представили государственной награде посмертно. Телекомпания ТВК выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Редникова.